Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю задержан житель города Владивостока. Он подозревается в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что фигурант вел бизнес от имени коммерческой организации, которая была ликвидирована еще в 2019 году. В течение нескольких месяцев им заключались сделки по продаже рыбной продукции. Злоумышленнику удалось незаконно реализовать более 1300 тонн товара на сумму порядка 380 миллионов рублей. В используемых подозреваемым жилых и офисных помещениях полицейские провели обыски. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, десятки печатей и штампов различных предприятий, регистрационные и финансовые документы, электронные ключи, система банк-клиент и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователями Следственного управления УМВД России по городу Владивостоку продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении фигуранта. Избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.